Сегодня днем в Москве по инициативе президента России состоялась трехсторонняя встреча лидеров Азербайджана, Армении и России. Утром же у посольства Армении в Москве прошла акция протеста с требованием отставки премьер-министра Николы Пашиняна. Собравшиеся установили у здания посольства транспарант с надписями «Народ – это мы, и мы против тебя». «Турок Никол», «Стоп Никол». Участники акции выступили против визита Пашиняна в Москву и подписания какого-либо документа от имени армянского народа. Отчего эти пикетчики, народ, сидят в Москве и не отправляются в Армению поднимать страну, улучшать ее? Написал в телеграм-канале российский военный эксперт Игорь Короченко, комментируя акции протеста у посольства Армении в Москве. «Если вы граждане России, то ваш президент Путин, премьер Мишустин, — отметил он, — и нечего шакалить у иностранного посольства», — выразил негодование Короченко. Ранее, комментируя предстоящие трехсторонние переговоры в Москве, Короченко отметил, что участие Пашиняна в трехсторонних переговорах в Москве еще один четкий сигнал Кремля армянской оппозиции о том, что нынешний премьер-министр Армении на нынешнем этапе полностью устраивает Россию. Грубо говоря, Путин продлит Пашиняну ярлык на княжение. Dağların ətirli çiçəklərinin təravətini özündə cəmləyən təbii arbalını sizə təklif edirik. Təbiətin insanlara bəxş etdiyi bu möcüzəvi məhsul əldə etmək üçün ekranda gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlamağınız kifayətdir.